при храме Иоанна Кронштадтского города Пензы продолжает работу кружок изучения знаменного распева. Знаменный распев – интересное и ценнейшее проявление духовной культуры православной России. Это тип церковного пения, в основании которого положено одноголосое хоровое исполнение композиции. Его также называют православным каноническим пением в силу его древности. На Руси знаменное пение было распространено с XI по XVII век. Источник знаменного пения – византийская литургическая практика. Мелодии знаменного распева использовали в своих сочинениях Чайковский, Рахманинов и другие. Его ставят в один ряд с древнерусской иконой и зодчеством. Поэтому сейчас наблюдается интерес к знаменному распеву и его возрождение. Занятия по изучению знаменного пения проводятся по воскресным дням после службы акафиста в 16:00. Приглашаются все желающие, независимо от наличия музыкальных данных.